Ведь он правый. Зелененькое колечко два раза. Красное. Хотя, что ты за хрень? Ресурсы, внешний вид. Ноль. Тая бутылка. Ягода. Ну и что здесь? Уголь, лен. Осколки руна. Ну, так, в общем, только это. Ладно. Отвали. Вот, стоп. То ли швамбер там. Аккаунт. 23 часа. Вип. Чё-то. Чё-то. То 36 начинает серия убийства ПВП статистика количество игр 100 2 год ПВЕ лучшая серия убийств как это как выбор играть только. А вот.
надо. Раз, два, три, четыре, пять. Можно. Видите? Как всегда. Вообще ничего не мог. Без рамки. Так, теперь. Ты, может, получится все-таки. Ага, получилось. Так, теперь мы можем уменьшить. Здорово. Очаровать. Сашаса. Идиотизм какой. Господи, все время какой-то дебилизм. Оконный. Так. Оконный с рамкой. Сейчас будет со срамкой. Полноэкранный, оконный. Нечто. Нечто. Вертикальная синхронизация. Господи. Назад 90. Ура! Яркость изображения. Так. Окей. Ну, теперь-то. Так. Дерьмо. Дерьмо. Вот. Помогло. Ругательство помогло. Так, теперь отсюда бы как-то... Как-то выйти. Выход. А, вот. Войти наоборот надо. Это что такое? А, дальше. Вот так. Волчий инстинкт для обнаружения ослабленных врагов. Инквизитор вызывает заключенным внутри него волчьим инстинктом. Все находящиеся при смерти враги будут отмечены красной дурой. А вот при убийстве врага инквизитор восстанавливает часть здоровья. Ага. Так это хорошая вещь. Невидимость. Так это что? Волчий инстинкт. И это волчий инстинкт. И это волчий инстинкт. Часть здоровья, а также энергию восстанавливает. Так, это что? Владение луком. Позволяет использовать лук. С помощью лука инквизитор проводит дистанционные атаки. Ого. Ни хрена себе. Невидимость. Невидимость. Время действия 20 секунд. Время восстановления способности 13 секунд. Чтобы незаметно подкрасться к врагу, инквизитор может скрыться. В мире тени. Где он будет? Незаметен. Невооруженным взглядом. Вот так вот. В таком понятии разрезе. А это что? Морг что? Морож. Очень понятно, что. Почему мы не можем подвинуть? Так. Морок. Время возврата. Время разврата 10 секунд.
Время восстановления способности 15 секунд. Так инквизитор мгновенно перемещается туда, где он находился несколько секунд назад. Вот так вот. Это священный огонь. Блокируется урон. Под ногами находящихся перед инквизитором противников вспыхивает священный огонь. Еретики сгорят заживо, если вовремя не убегут. Ни хрена себе. Это все надо изучать. Рваные раны. Истекать кровью будут. Этот секретный удар не только наносит врагу урон, но и вызывает обильное кровотечение, из-за которого пораженный противник продолжает терять здоровье на протяжении нескольких секунд после ранения. Уклонение. Время восстановления. Здесь тоже время восстановления. Блокируется урон? Нет. Время действия 5 секунд. Радиус действия 15 метров. Время восстановления способных 15 секунд. Инквизитор бросает противника чумную слизь, постепенно снижающую значение здоровья до единицы и замедляющую передвижение. Если к зараженному персонажу приблизится его союзник, болезнь перекинется на него. Какая полезная вещь. При убийстве противника добавляет зло. Волю. Волю. Инквизитор получает дополнительную волю за убийство противника. Стальной шквал. Блокируется урон. Да. Время восстановления способности 8 секунд. Чума. Вот чума мне нравится. Мне нравится чума. А это что такое? Пальцы в глаза. Господи, инквизитор швыряет горсть песка в глаза. А, пыль в глаза. Пыль в глаза. Да. Инквизитор швыряет горсть песка в глаза противнику. Это дезориентирует его, того инквизитора или противника, и прерывает выполняемое им заклинание. Вот так вот. Уклонение, блокирование. Ну, сейчас выбрать-то все нельзя. Все-то выбрать нельзя. Стальной шквал, невидимость и двойные мечи. Волчий инстинкт. Так, ну ладно. А опять. Опять не получается. А так получится. А так получилось. Так, вот такие интересные штучки есть все. Эй, можно убивать всех, ля-ля-ля, сюськи-пуськи. Просто. Прелесть, да и только. Тра-та-та-та, да еще и вип. Прямо даровали. Там мы отбивались, а они все равно его... Нам его... Вот. Ладно.
апреле что такое, и все. Ничего тут не попишешь. Не попишешь. Не выпишешь. Так, за день можно купить или создать предметы. Парни, чьи. Доступно сверху. Легкий пояс. Доступно, тра-та-та. Создать. Ух ты. Создать легкий бойс. Ай, прелесть какой. Господи, легкий бойс создать. Ой, создать. И топорик какой-то там. Какой-то топорик. Что тут у нас? За топорик? За топорик. Что-то создать. Ай, что это? Предлагаю. Создать золотой кубок. Ну что такое? Кубок, выполненный из золотых зубов. В розыгрыше может принять участие только один кубок от каждого персонажа. Вероятность создания 100%. Что за кубок? Нахрена он мне не нужен? Конечно, вид. Большой сундук. Древний сундук. Успехи. Ну, мамушка, как ты можешь...
убивать в полях. Всякие ингредиенты, с помощью которых материалы всякие. В магазине можно создавать бесплатно всякие предметы. Это прелесть просто какая-то. Вот и все. Ладно. Всем привет. Заходите, если что.